что движет человеком, у которого есть работа, у которого есть... Капитан где... 16 ВДВ. Ты сказал, что ты рядовой, подожди. Рязань заканчивал. Ты сказал, что ты рядовой. Ну так, по званию рядовой. А так капитан спецназ ВДВ. Я раз в год просто на неделю бухаю. Ну, блядь, я тоже могу забухать. Ну, я не еду, блядь, на улицу жить. Объясни мне, пожалуйста. Я неделю бухаю, я неделю Андрей, бухаю. Андрей, Андрей. Да Леша меня зовут, все меня Андрей называет. Ага. Леш, смотри. Это, знаешь, это форс-мажорная ситуация. Форс-мажорная ситуация. Я поеду спокойно на ноги домой. Каким образом я оказалась на улице, да? У меня два высших образования. Два высших. Я закончила Московский государственный педагогический институт имени Ленина, английское отделение. Потом я закончила университет. И что думаешь, вот сейчас я на улице. Это нормально? Нет. Конечно, конечно. А это знаешь что? Это душевное состояние человека.